В Тобольском районе зимние автотрассы и ледовые переправы в труднодоступных поселениях обустроят к 22 декабря. Об этом рассказал глава муниципалитета в соцсетях. Леонид Митрюшкин отметил, что для жителей Заболотья это в буквальном смысле дорога жизни. Зимой через реки и болота обустраивается 347 километров временных трасс, по которым на год вперед завозят продовольствие, топливо, движется спецтранспорт, а жители выезжают в город и соседние деревни. В феврале здесь начнется завоз дизтоплива, чтобы 9 станций могли круглосуточно подавать электричество в дома жителей Заболотья. На эти цели требуется 700 тонн топлива в год.